Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня наконец-то у меня дошли руки до тех вещей, которые я уже месяц выставила в Инстаграм, в Телеграм, как они уже фотографии стоят, но никак не могла снять видео, почему-то вот ну не получалось никак, руки не доходили. И сегодня я сходила в магазин, кое-что там купила, но обзор там не делала, потому что снимать было нечего. И даже видео не хотела снимать сегодняшнее, но все-таки решилась. И думаю, чтобы оно коротким не было, покажу вам то, что было запланировано давно уже, заснять все вместе. Сейчас вы видите перед собой вот такие вот бульонницы. Их всего 4 штуки. Они белые, с рельефным красивым рисунком. Видите, волнообразный какой. Это Хотченройтер. И они настолько легкие, что я вот специально даже фонарик взяла, показать вам, как они светятся. Здесь даже фонарик не нужен. Вот дневной свет. Видите, это ручка. Вот настолько они. А если посвечу, так будет вообще. Это еще даже фонарик вот светлый, не такой яркий. Видите, какой он. Вот такие вот легкие чашки. Ой, эти бульонницы. Я их покупала для своей семьи. Но по обстоятельствам решила все, конечно, это распродать, потому что, ну, зачем они нам нужны? Нас уже не так много. Поэтому пускай другие люди пользуются ими, радуются, чтобы их глаз радовали. Как приятно. Я тоже всегда мечтала, но ни разу ими не пользовалась. Как купила, так и положила в коробки, ждали переезда в другую квартиру. Ну, так и не довелось поесть из таких вот. Послушайте звон. Потрясающе. Видео уже остановила, а потом решила вам на окно поставить эту бульонницу и показать вам, как она просвечивается. Вот. Настолько прозрачная. Даже, вы видите, видно, что это Хотченройтер. Да. Вот такое вот чудо. И вот такой вот сервиз. Это тоже был сервиз куплен для... Покупала я для нас. Влюбилась в него, когда купила, потому что... Ну, не знаю, у меня этот рельефный рисунок, он меня сразил. Несмотря на то, что это белый, но мимо пройти вот этого... Вот этих вот узоров я на тот момент не смогла. Конечно же, я приобрела. Это кофейный сервиз, и он совмещен с, ну, столовой тоже входит. Здесь только нет чайника, кофейника. Это эксклюзив. Ой, сейчас поближе. Нет, я не прочитаю. Если кому-то интересно, вот я подольше подержу, прочтите сами. Йоханнес. Нет. Мне сложно прочитать. Хочу только одно сказать. Я заметила, когда распаковала коробку, заметила сходство, знаете, с сервизом от Розенталь. Два я покупала, два их сразу купили. Один был с ландышами, а другой голубые цветы были.
И у тех сервизов, хозяева, кто уже получили эти сервизы, вот такой же молочник и точно такая же сахарница. Скорее всего, это было скопировано от тех вещей. Ну вот нету чайника или кофейника, чтобы вот сравнить. Скорее всего, может быть, его и не было, я не знаю. Я не выставила все чашки, только поставила две, потому что, видите, места не очень хватает. Сейчас я телефон возьму в руки и вам так буду показывать, потому что не берет обзор. Чашечки тоже очень-очень легкие, просвечиваются все, прямо идеальные. Вот. Как же? А вот, видите, я даже светить не буду, вот видно мой палец, насколько это все это... У меня даже свет здесь не горит в комнате. А если, конечно, включу люстру, свет, то вы увидите, насколько они прозрачные и легкие. А сейчас покажу вам вот такой вот соусник. Смотрите, какой рельеф. Сейчас возьму поудобнее. Классика. А, Глория. Байроид, Глория. Рояль. Эксклюзив. И вот тогда и то, что эксклюзив было написано, я его купила. Так, что сюда входит? 6 тарелочек глубоких. Невесомые, просто невесомые. Состояние абсолютно новое. Сейчас вам даже покажу, продемонстрирую. Видите, ни одной нету царапинки абсолютно, намеков на то, что им пользовались. Тоже по всей тарелке проходит, по ободку вернее, такой вот красивый рельеф. Большое блюдо овальное. Мне понравилось еще то, что здесь. И вот такой вот глубокий салатник. Салатники не всегда, да, бывают в комплектах. Под горячие 6 тарелок. Ну и вот, соответственно, 6 тарелочек десертных, 6 блюдечек и блюдцев, вернее, и 6 чашечек. Вот такой вот красивый сервиз. И хочу дополнить, если кому-то понравится и захочет его приобрести, в подарок будут идти вот такие вот приборы. Это для соусника. А это для сахара ложечка. Это не отсюда, это я отдельно покупала. Это просто моя инициатива сделать приятно. Вообще, я, когда у меня люди покупают, я всегда от себя кладу подарок. Небольшой подарочек от меня всегда есть. И в этот раз, если кто-то захочет, вот такие будут подарки. Но это еще не все. Ну и настал момент для сегодняшних покупок. Вот эти вот бокалы, бокальчики для напитков, я купила их для себя. Я люблю покупать именно разную посуду почему-то для повседневной жизни. Ну, потому что ты, наверное, не устаешь. Не привыкаешь постоянно к одной. Сейчас я захотела с одной чай попить. Через полчаса я очень много пью чая и меняю кружки постоянно. Мне захотелось сейчас с такой, потом с другой. И сегодня уже давно, кстати, их не было, костяного фарфора. Я сегодня, конечно же, когда увидела, естественно, взяла, несмотря на цену, а их всегда дорого очень выставляют. Поэтому я не знаю, кто это производит. Я
просто увидела, что это костяной фарфор, я без сожаления взяла, думаю, для себя. Вот такие вот ценник. Фрукты на них, здесь яблочки, здесь, по-моему, персики. Да, персики. Вот такие, такой вот рисунок на ободке. Кстати, они, смотрите, какие прям аж светятся. С обратной стороны показан цвет яблони, в разрезе яблока. Также и здесь, как цветет персик. Я помню, дома, когда цвела персина, она розовая, яблони бело-розовая. Ой, такие времена были красивые. Аромат у нас по улице, у всех на улице росла вишня, у каждого двора своя была вишня. И вот когда идешь весной, и вся улица вот в этом цвету. Белая улица, как невеста была всегда, такая потрясающая. Ну, а когда вот все вот это произошло, вот этот весь крах, люди все русские поуезжали оттуда, вот там остались просто единицы, и сейчас там в основном живут узбеки, таджики, и они на свой лад это все сделали, всю улицу расширили свои дворы, все глиняное, она какая-то маленькая вся стала, такая несуразная, некрасивая. Ну, в общем, все изменилось, да. Сейчас мы только вспоминаем всю эту красоту, вкусноту, которая там была. В общем, вот такую вот красоту я приобрела это для себя. Еще раз скажу, что сегодня нечего было снимать. Я не стала делать съемку в магазине. Ну, купила все-таки и не хотела даже снимать, меня уговорили. Я все-таки решилась. Сейчас вам покажу десерт. Ну, а на десерт сегодня вот такой вот великолепный кувшин. Его даже графином не, ну это не графин, это действительно кувшин. Меня он сразил тем, что вот именно вот такая вот у него круглая горловина, не как обычная, заостренная, да, вот как сейчас делают, а именно вот такая вот. Это ручная, оказывается, роспись. Сейчас я их отодвину и вам покажу. Это ручная роспись, это роял КПМ. Ближе. Фирма очень хорошая, написано внизу в самом, что это ручная роспись. Посмотрите, такой вот он роскошный, очень удобный, шикарный, великолепный. Я его взяла, мне вообще заказывали этот кувшин под заказ, найдите что-то вот подобающее. Я сегодня его увидела, но не стала писать заказчице, потому что, думаю, ну, вдруг сейчас не ответит, а из магазина уже надо выходить. И я его купила. Думаю, ну, если не возьмут, не понравится, я его оставлю себе, потому что лето, напитки какие-то наливать, в любом случае он не пропадет. Ну, и, естественно, когда я послала фото, естественно, его сразу же и выкупили уже. Так что он уже продан. Такая вот красота. И еще расскажу, что давно я искала кувшин. Уже, наверное, месяца как 3 или 4 был заказ. И вот, наконец, я сегодня набрела. Ну все, вот сегодня такое вот какое-то видео, все из кусочков, все собрала в одну кучу. Ну, думаю, вам понравится все равно. Он в очень хорошем состоянии, просто пыльный. Им даже, скорее всего, не пользовались, вот сейчас так не видно. Внутри просто у него пыль. Никаких нет царапинок, абсолютно никаких нет дефектов.
но он роскошный. Вот эта вот горловина, прям вот какой-то вот он мультяшный. Просто как будто вот как в мультиках рисуют кувшины. Таких сейчас не делают. Суперские. Все, дорогие мои, на этом заканчиваю. Следующую неделю я снимать видео не буду, у нас каникулы. Поэтому смотрите предыдущие видео, что будет, что есть, вернее, уже. Татошечку смотрите. Кстати, я уже еще раз повторюсь, он у меня сейчас в ТикТок, знаменитость. Если кому-то интересно, подписывайтесь, у кого есть ТикТок. Сегодня еще, правда, видео с ними снимала, надо уже тоже делать. Ну все, мои хорошие, до новых встреч, до свидания, пока-пока.